Инспекторы из Евросоюза и Международного валютного фонда, которые оценивают прогресс греческих реформ, говорят, что Афины достигли определенных результатов. Об этом в понедельник объявили министры финансов Франции и Германии на совместной пресс-конференции в Берлине. 20 марта Греция и ее кредиторы закончили очередной раунд переговоров о предоставлении стране финансовой помощи. Какого-либо определенного соглашения достичь не удалось. Переговоры продолжатся в начале апреля. Представители кредиторов считают ситуацию позитивной. Теперь, начиная с 4 апреля, они рассмотрят ситуацию вместе с правительством. Я уверен, что Греция, кредиторы и Европа будут соблюдать все соглашения, заключенные в июле прошлого года, ведь это в общих интересах. Власти Греции пытаются добиться соглашения как можно скорее, поскольку наплыв мигрантов оказывает небывалое давление на экономику страны. Нам также важно понимать ситуацию в Греции. Страна должна реформировать пенсионную и налоговую системы, а также принимать беженцев. Это сложно. Глава Минфина Германии подчеркнул, что Афины по-прежнему должны выполнить несколько важных условий. Тройка была единогласна, заявив, что оценка ситуации продвигается вперед. Чиновники из трех организаций – Еврокомиссии, Европейского Центробанка и Международного валютного фонда, которые были в Афинах 2 недели, отправляются домой на отдых. После этого оценка ситуации продолжится. Греции необходимо выполнить еще некоторые вещи. В прошлом году Греция заключила соглашение с кредиторами. В обмен на многомиллиардную помощь она обязалась провести ряд непопулярных реформ для сокращения дефицита бюджета.